о мероприятии я узнала из группы ВКонтакте. На сайте «Муравья» была опубликована информация. Министерство спорта также опубликовал пост на страничке ВКонтакте о проведении мероприятий в двух торговых центрах. По развлекательной программе мы выбрали «Муравей». И в шаговый доступ, то есть это было там более удачный вариант. Торговый центр «Муравей» создал праздничную атмосферу. По всему торговому центру ставят шарики. Бегает заводной медведь большой, завлекает всех, приглашает поучаствовать, сдать нормативы ГТО. Ребенок остался очень довольным. Спасибо торговому центру за то, что проводят такие мероприятия. Очень рада возвращению всех мероприятий мастер-классов. Будем надеяться, что будете дальше так нас продолжать радовать. Мы попробовали сдать на ГТО отжимания, пресс, прыжки, так что очень весело и спортивно. Была очень веселая разминка, с аниматором потанцевали, поиграли и занимались спортом, конечно же. Наша любимая сладкая вата тоже здесь была, она самая огромная, вкусная, красивая, поэтому мы с ней нафоткались и вкусно поели. Хотим выразить большую благодарность торговому центру, у вас всегда здесь очень весело, ярко, красиво, круто, поэтому каждые выходные мы здесь. Не первый раз участвуем в мероприятиях подобного формата. Здесь хотелось бы отметить отличную организацию, очень классное музыкальное сопровождение, классные конкурсы. Бывали на разных ярмарках и так далее, немножко скучновато, а здесь прям разный формат. Можно и это сделать, и то, и для взрослых, и для детей. И с детьми можно приходить разного возраста, это тоже очень немаловажно. То есть и взрослый у меня уже ГТО сдал, маленькому уже аквагрим, то есть не скучно, весело. Очень тематическое мероприятие, именно касаемо спорта, потому что сейчас спорт, ну, имеет такое очень важное значение в нашей жизни. Даже аквагрим делали в таком патриотическом спортивном стиле. Сейчас надо делать упор именно на спорт, на патриотизм, на активный образ жизни. Почаще нужно проводить такие мероприятия. Все люди соскучились по общению, по вот таким вот мероприятиям. И такой приятный бонус – это была такая большая сладкая вата. Мы, конечно, слышали, что здесь будут раздавать бесплатно сладкую вату. Думали, что там какую-то маленькую порцию дадут, а здесь прям такая полноценная, хорошая, сладкая, вкусная вата. И маленький взял, и большой взял. В общем, очень довольна. Спасибо большое за такие мероприятия.